привет моим подписчикам, друзьям, соотечественникам и просто прохожим в Николаевске. Вечер уже минус 30, а у меня в комнате тепло, потому что топится печка. И мы продолжаем вести электронную переписку по очеловечиванию системы. И вот сегодня покажу, как администрация Охотска нарушает основные свои законы, по которым они обязаны отрабатывать обращения от населения. И по вот этому факту мы написали письмо в администрацию Охотска, но администрация Охотска нам не ответила. И поэтому мы пишем письмо в прокуратуру Хабаровского края, заполнив все поля, и проверяем текст письма. Заявление по факту саботирования администрацией Охотска федерального закона 59 ФЗ о порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации. Исходящий номер 007P/2018, дата отправки 4 февраля 2018 года. 1 ноября 2017 года посредством связи интернет на электронном сайте администрации Охотска мною было оставлено обращение по поводу отсутствия маршрутного автобуса по транспортной линии «Аэропорт» «Охотск-Аэропорт». Подтверждением отправки обращения является доказательная база, размещенная в свободном доступе на независимом хостинге youtube.com и доступная по ссылке приведена. Ответа от администрации Охотска не получено. Необходимо принять меры прокурорского реагирования и выяснить, почему федеральные законы Российской Федерации не обязательны для исполнения администрации рабочего поселка Охотск. Входящий номер заявления прошу отправить на электронную почту, а именно вот эту. Для верификации действий прокуратуры письмо непременно должно содержать исходящий номер моего заявления, а именно 007P2018. Ну и далее лирика идет для особо одаренных чиновников, которые вместо того, чтобы работать, начинают, высунув язык, искать меня по всем местам моего появления. То есть на рабочих моих местах, искать меня на прогулке, где-то там выискивать. Это все вот для них, чтобы они занимались своим делом. Вот. И благодарю за качественно выполненную работу. Теперь данный текст мы копируем и вставляем в сообщение. Проверяем еще раз все на наличие ошибок. Выяснить. Здесь вот меняем. Так, ну все, здесь все верно. Все верно. Так. Отправляем, так, пробиваем капчу, отправляем данное сообщение и ждем. Интернет-приемная, ваше сообщение получено, вернуться к форме. Напоминаю, сегодня число, в верхней части ролика тоже, я думаю, мы все это наблюдаем. Желаю всем всяческих прояснений в вопросах, которые у кого по той или иной причине зависли. Вот есть такие замечательные инструменты, применяйте их, и все, что необходимо, будет исполнено намного быстрее, чем если бы вы работали через местных чиновников. Правда победит. До встреч в следующих роликах.